Здравствуйте! Вас приветствует учитель музыки ГБУ СОЖ номер 635 с углубленным изучением в области знаний искусства. Карпова Вероника Анатольевна. Родилась и воспитывалась в семье музыкантов. Закончила Криворожскую музыкальную школу по классу фортепиано. А в 1998 году Криворожский педагогический институт. Решением Государственной экзаменационной комиссии присвоена квалификация учителя музыки. Педагогический стаж 14 лет. Систематически повышаю свою квалификацию на курсах МИО. Имею первую квалификационную категорию. В ГБУ СОЖ номер 635 в любимой своей школе работаю с 2001 года и по сей день. Преподаю музыку и кружок хора. Являюсь классным руководителем 8 А класса. Ежегодно участвую в муниципальных, окружных и городских конкурсах и фестивалях. Мои воспитанники одерживают победы на олимпиадах и творческих конкурсах. Поступают в именитые музыкальные и театральные вузы. Своей целью в работе считаю воспитать интерес к искусству, прививать любовь к музыке, выявлять талантливых детей и продвигать их в мир музыки. Замужем, имею сына 17 лет. Сын Иван учится в лицее номер 1502 при МЭИ, имеет 2 запатентированных изобретения по физике. Увлекаясь туризмом, люблю путешествовать и познавать мир. Представляю вашему вниманию отрывок моего выступления на новогоднем празднике в нашей школе.